гастрофарма съел. Что грязь такая у нас, а? Здравствуй. Вчерашнее яичко. Кормит. Кто-нибудь будет? Апо. Васенька, с сегодняшнего дня у всех у нас православных пост. Да я ж перед дежурством жрать-то должен. Это ж у меня сейчас великий пост. Я же иду караулить банно-прачечный комбинат. Над. Силы, знаешь, как нужны. А что, а? Опять, что ли, это в ноздрю выдавливать, а? Для голоса. Шутишь, наверное, а? Возьми кусочек хлеба с пророщенными зернами. Запей водицей минеральной. Это очень полезно. А мне полезно, чтобы моя жена вот в сковородке не зерна проращивала, а пожарила бы мне мясо. Свинину, говяжку, рульку-хирульку! Рульку-хирульку? Ну и женись тогда на мяснике. Я не наженюсь на мяснике. Слава богу, у нас в армии без предрассудков. Я заметила. Я открою. Я открою. Я сама. Добрый, добрый день. Вас приветствует в моем лице церковь великих отцов-очевидцев, великомучеников. Не могли бы вы, люди, пожертвовать немного денег на великую церковь отцов-великомучеников? Нет, не хотели бы. Я, к сожалению, еврей. Жид я. Не дадим денег. А, и каким это местом ты еврей, как давно? Каким местом? Тем местом. Бабка у меня, прабабка, была еврейка, да. А кто это еще вчера в пьяном угаре кричал «Бей евреев, спасай Арафата»? Короче, я как родственник прабабки имею право. Значит, еврею, брат, ты бы дал денег. Все, хватит, запросто. Вот такой я человек. К счастью, у нас есть брат иудей. Подойди к нам, брат. Шалом, брат. Пожертвуй на церковь святых братьев, свидетелей. Да. Так. Это вы, братья, чего же? Из одной, что ли, церкви? Нет. Брат – свидетель, а я – очевидец. Какая разница? Разница коренная. Так, братья, катитесь-ка вы колбаской по Малой Спасской. В пустыню! Мы еще искать. А я считаю, что негоже святых отцов, то есть братьев, выгонять. Проходите, братья, отцы. Хвала тебе, сестра. А, Петр, хорошо, что ты дома. Извини. Ё-моё, как неудобно. Пожрать есть у тебя что-нибудь, а? Конечно, есть, Василий Петрович. У меня ряженка есть, творожок, сметанка. Ряженка, сметанка, это хорошо. Только ты, Петр, засунь-ка это все себе в холодильник. Мясо бы мне, мясо. А, мясо? Мясо есть, да. Зиночка перед дежурством не доела. Я тебя разогрею. Проходи в комнату. Блин, как неудобно. Дело, давай. Добрый, добрый вечер. Братство невинных отцов. Очевидцев приветствуют вас. Не хотел бы ты, брат, услышать Слово Божье? Слово Божье? Конечно бы хотел. Ведь Слово Божье, брат. Бог, это в сущности что такое? Это, как я понимаю, схоластическая манифестация основ нашего бытия.
явленное нам во плоти онтологическое обоснование контекста нашей сущности. Как? Бья. Я говорю, контекста нашей сущности. Я прошу прощения, кажется, у вас горит что-то. Да что у меня может гореть? Мясо! Мясо горит! Ах, что с мясом? Мясо-то усидеть не можешь, я мою, а? Это я там с братом святым разговорился. Так, со свидетелем или очевидцем, а? Какая разница? Коренная разница. Держи! Ай! Убью, гад! Да! Ай! Может быть, я пойду? Нет. Мы еще не договорили. Я узнал, что у меня есть огромная семья. Вот скажи, в чем сила, брат? Сила в Ньютонах. Кукиш, брат. Выпьем. Ай. Кукиш, брат. Надежда Павловна, и вас, да, да. И вас тоже, и вас. Коза старая, а? Ой, гастрит какой, а? Сейчас позавтракаем. Ну, здравствуй. Все тоже яичко. Что-то я не понял, а? Нин, а где продукты-то тобой купленные, а? Святым братьям на дорожку дала. Они такие несчастные. Они несчастные. А я не несчастный, я сегодня за шариком покидал, а? Я несчастный, я женился на такой дуре, ах ты! Ладно, пойду в беляшную схожу, хвостиков крысиных потрескаю. Потрескаю, а? Ай, аж пальцы похолодели. А где банки-то мои, а? Там не только твои деньги, между прочим. Ну ладно, наплевать, наши бабки где? А я их святым братьям-очевидцам на благое дело дала. Они столько натерпелись. Да, на благое дело. Ты что ж делаешь-то, а? Я ж тебя убью, дура, я ж тебя руками голыми заманаю, а? Убивай, убивай. Братья-очевидцы сказали, если умру от твоих рук, попаду в рай. В рай попадешь. Во! Я там тебя с вилами встречу. Я под предводительством компата, урода, в болотах по пояс, в тине, за щеками портянки сушу, а ты братьям деньги отдала. Ну, попадись они мне, убью, гад. А что же искать меня? Я здесь. Брат, кошелек-то забыл из-под моих денег. Сам пришел. Значит, есть Бог. Василий, если ты хоть пальцем тронешь этого святого человека... Ах, оставь нас, сестра. Я думаю, смогу убедить брата. Ведь все в руках Господних. Оставь, сестра, оставь. Ну, за что хвалю перед смертью? Так это... за храбрость.
за убийство святого отца или мессии при исполнении 15 лет по Женевской конвенции, а то и расстрел за тяжкие увечья, даже за сломанный нос, до 10 лет с конфискацией. Дожили! Ты думаешь, я в своей собственной квартире не могу? Собственный можешь, но это квартира твоей жены. Кстати, она ее на братство переписала. Когда это успела, а? Когда? Пока кое-кто ванно-прачечный комбинат охранял с дворнягами. Не для протокола слова мои тебе, а так для души, братец Иванушка, я... Неплохо, прятальщик, неплохо. Что вы здесь теперь? Степан Чираж, нашу квартиру святому братству пропил. Бог дал, Бог взял. Народная эстонская поговорка. О, я говорил. О, святые невинные отцы, очевидцы. Ему. И мне. И мне тоже. О, сестра моя, позволишь ли ты выйти мне на минутку? Давай только быстро, брат. Так, ты как, тоже того, а? Не-не-не, я еще ничего, но жена моя похожа. Значит так, объявляется военное положение. Понял? Ты со мной или в трусах? Я в трусах. О, с тобой. Тогда вперед. Дом спасать со мной на цыпочках. Какая тринальная оптика. А ведь наблюдать. Наблюдать в военном деле – это первая заповедь, Петька. Понял вас, Василий Иванович, Василий Петрович. Ух ты! Оказывается, наш Святоша неравнодушен к женскому полу. Да-да-да-да-да-да. Далеко. Близко.
Точно. Так и есть. На эту тему у меня есть план. Да. Вот, и в этот момент мы врываемся. Поняла. Я захожу, улыбаюсь, он на меня бросается, а вы его фотографируете. Запомни только, от того, как выполнишь это спецзадание, зависит благосостояние нашего дома. Ну, я же не дурочка. Вы тоже не забудьте, что обещали мне купить. И не забудьте войти, когда будете фотографировать свой компромат вовремя. Так, Толя, ну, я узнала от Джентльмена, что я лично зайду первым. Ладно. Я вверх. Там, у нашей с мамой бывшей спальни. Я пошла. И нам с Мура, Мура, так сказать, Козелёва. Сюда, здесь дырка секретная. Снимай, где? Ой, какой вы проказник, атака. Ой, а если кто-то зайдет? Так я посмотрю. Я же фотографирую. А я отец. Не родной, тем более. Ай, что вы делаете, а? Ой, кто-нибудь сейчас уже зайдет. По-моему, пора заходить. Да, нет, рано. Надо поднакопить компромата. Ну, я ждал слова. Давай, снимайте. Где вы там, а? Я больше не могу. О, вот теперь пора. А чем это, наверное, там кто-то занимается? Итак, давай. Лопай. Проклятый очевидец. Да, проклятый. Вонючка, вот, Петька, мы сейчас спасли от вонючки человечество. Человечество нашего дома. Да, теперь заживем. Да. Зыть, кого-то ты ждешь. Я нет. И я нет. Вскроем. Посланник святого Радха Сингха приветствует вас. Примыкайте к нашему братству. У нашего Бога было 16108 жен, от каждой из которых он имел 10 сыновей и 10 дочерей. Пожалуй, этого брата на подушке не возьмешь. А, это точно? Не понял.